Марсик, что ты хочешь сказать? Что? Что ты один с хозяином, да? А те все на улице, да? А хозяин тебя одного пустил, допустил к себе. И ты теперь вот он. И ты выразил мне свою благодарность, да? Ай, Марсюшка, подожди, ты меня сейчас задавишь. Марсик кусается. Да мне неудобно снимать, я вывернулся. Счастлив, счастлив, что хозяин его выделил. Те все четверо на улице, а он у нас самый главный, пятый. Ой, вставай. Ого, вот это прыжок, видели? Нельзя так прыгать. Марсик. Ох, этот Марсик. Что ты? Попил водички. Сейчас будет намекать мне. Намек очень простой. Видите, мы начинаем писать круги возле холодильника. И все, вот весь намек. Хозяин, раз ты меня пригласил в дом, открывай холодильник. И я уверен, что у тебя там найдется колбаска. Марсик, вот помидоры, вот груша. Нету колбаски, вот конфеты. Вон пирожное, а колбасы нету. Вот это от тортика, это компот. Нету, это помидоры. Вон, видишь? Ну что ты? А колбасы нету, это хлеб. Ага. Во. Вон они. Две колбаски спрятались. А? Масюнчик, ну ты меня прям расколол. Конечно. Когда вас было четверо, было очень легко делить на пять частей. А когда ты один, то я буду... Я тебе просто кусочек дам, но ты никому не скажи. Ладно? А резать, гляньте, не режется. Вон. Марсюшка, может быть, ты откусишь? Ладно. Вот я отломил рукой. Марсюнчик, не скажешь никому, что я тебе колбаской кормил? Ганновески. Спрячем? Нет, Марсюшечка, это все лирику. Жорику, Мирочке, Радочке, всем. Просто я тебе дал чуть раньше, чем им, понимаешь? Ферштейн? Не хочет ничего понимать. Масюнчик, что ты так смотришь? Ничего тут нету. Ну вон, что-то тут стоят. Пирамида какая-то. И все. Нету ничего. Батон есть, но ты его не будешь есть. Да будет он и батон. Это я так сказал, для ритма. Масик любит, когда шелестишь чем-то. Помните мое первое видео? Оно так и называется. Марсик и конфета. Посмотрите, прям так и забейте. Название Марсик и конфета. Французский бульдог Марсик и конфета. Там. Так. Где-то мне. И там я шелестю или шелешу или шелестаю. В общем, этим. Как их? Подожди, мальчишечка. Этот батон тоже так просто ножом не отрежешь. Оберткой. И он прибегает. Ну, посмотрите. Этот ролик так и называется «Марсик и конфета». Так, пойдем. Ты не один у нас, Марсюнчик. А, да,
И это не один, а там еще сколько, сколько товарищей. И все они тоже претендуют на этот вкусный батончик. Как сложно делить все. Так, на пятерых вообще сложности получается. О, поломал. Ну что? Окрошечки. Ты съешь? Вот умничка. Посмотрите, как идет на ура батон. Дать, например, одному кому-то, что будет носом крутить. Но если только стоит вынести в компанию, батон даже рада. Она же мясо и то так ест нежненько. Но в компании вся нежность проходит. Вот она компания, видите? Гляньте какая. Кинь вот эти штиблеты. Они штиблеты. Вон, съедят. Но я не буду этого делать. Буду сначала лирику раз, потом жорки два, потом Марсику. Марсик, тебе. Смотрите, как рада кидается. Ну, остался один кусочек. Жареска, на тебе. Гляньте, с Краснодара приехал. Там мясо не ест, а тут булку проглотил. Крошки, кто будет доедать? Вот что такое компания. Ты куда? Ты куда? Я один. Протиснусь. Марсик себя чувствует главным. Хозяин дал ему колбаски. Но он никому не скажет об этом. Это наша тайна.